Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь супер-классные необычные машины. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентани, и сегодня у нас новые полицейские погони в Лего Брик Рикс. Привет всем, господа хорошие! Господи, товарищ полицейский, ты чё стреляешь в воздух-то, алё? Алё, я тебя сейчас накажу, это что у тебя за невидимая тачка, алё? Я не знаю, она, во-первых, одноместная, называется Скорпион, и, короче, ама-мама криминал, выхлоп мой давай. А ты вообще в курсе, что на невидимой тачке по Лего Сити нельзя разъезжать, а? Мне можно всё, я же на невидимой тачке, братан. Сейчас я тебя устрою, уважаемый. Она шикарная. Так, все, погоня пошла. Друзья, в общем, ставьте ваши жирные лайки, если вы любите погони. И, в общем-то, мы начинаем. Главный шериф города Лего Сити. Я, короче, дрифчу, братан, со скоростью 150, и мне вообще насрать. Она очень быстрая. Это что за тачка там у тебя такая? Слушай, я не знаю, первый раз ее вижу, я даже не знаю, откуда она у меня, если честно, в этом, в мастерской, но она офигенски дрифтит просто, просто боком валит. Господи. Алло, а ты где вообще? Я на другой стороне города моста. Охренеть, ты так быстро улетел туда? Так я говорю, она по 300 шпыляет, если прямо ехать, и плюс дрифтит еще, она супер управляемая, супер стойкая. Ну, правда, если в нее один разок въехать, то это все. Ну ладно, сейчас тогда мы это и сделаем. Попробуем разочек въехать в тебя и все. О, салам алейкум. Алейкум ассалам. Или как там говорят. А-та-та-та-тар. А ты что такой медленный? Я думал, ты меня уже снесешь. Вот, да. Ничего, ничего, наша медленность нас еще и порадует сейчас. Ну-ка иди сюда. Иди сюда, уважаемый. Радуйся, но не здесь и не со мной. Все, угла дал. Угла. Ой-ой-ой. Перекрутил. А кто-то там тоже хотел. Хотел понтануться. Хотел тоже покрутиться, да. Ни одному ж тебе крутиться. Нихера она у тебя быстро, слушай, там. Да она вообще обалденная. Я не знаю, кто автор, но респектос просто заслуживает уже от меня, как минимум. Не знаю, сейчас мы проверим ее на прочность, эту машинку. Самое интересное, что вот у нее вот движок расточен именно так, что вот ей хватает дрифтить. То есть она как бы и в поворот входит, и вытягивает эту... Ёб твою мать! Это был неждан, если честно. Да, чуть-чуть бы и попал бы по тебе. Вот это было бы неждан, точно. Ой. Так, я вот врезался чуть-чуть, и у меня колесо отлетело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жопа, ой, хорошо, жопа поставил. Жопа-то, слушай, такая проченькая. Да-да-да-да-да. Опасно, слушай. Конкретные погони в Лего Сити, смотри. Ну-ка давай на максималку, я с этого прыгну сейчас. Куда ты прыгнешь, алё? Айщ! Айщ! Давай, я тогда прыгну, что сделать. Ой-ой-ой-ой. Да, прыганул. Ой, господи, она у меня не едет без крыши почему-то. Она у меня бочку крутить стала, прикинь. Это хорошо, что она у тебя не едет. Так, ну пора, походу, принимать меры какие-то. Ой-ой-ой-ой-ой! На тебе! Нихера! О, смотри, видишь? Все. Что, она крутится у тебя? Понеслась душа в пляс. Я не знаю, почему, если деформация какая-то есть, машина переворачивается прям. Че? Ну-ка, отъедь, на колеса встану. Алло. Алло, ты куда? Ты кого давишь, слышь? А ну, вышел с машины, вышел. А, нет! Хоп-стоп. Ама... Акама криминал, или как там еще? Я чё, не шины, что ли, это не... передняя, да, передняя одно пробил. Кстати, за счет того, что ты его пробил, я как бы этот, крутиться перестал, так что от души, братан. Да ладно тебе. И, кстати, на скорость это никак не повлияло вообще. На тебе! Охренеть, она у тебя крепкая, слушай. Так я что и говорю, ну, мне единственное не нравится то, что она этот, как коллайдер крутится потом. Да, господи, офигеть, да надо, как ты отлетаешь-то, смотри. Алло. Читерская невидимая дрифт, сука, тачка. Охеренная тачка, я серьезно говорю, я такого давно не видел. Чё это за херня, ну-ка иди сюда. У нее лоб вообще какой-то прочнейший просто. Господи. Вы только посмотрите на это. Правда, у меня уже как бы движок расчехлился немножко. Воу. Я понял, оставайся полицейский. Я понял, короче, что хрен тебя так остановит. Господи. Ну-ка, сбить мента. Господи, ты мне по крышке пробил, она буксует теперь, алё. Да. Господи, она у меня чисто правым боком едет только на дрифте. Зажим, ёпсель, тут уже пуп-мобайл пошел, по-моему. Ну, тут зажим вообще адский.
Адский зажим, да. Тут, кстати, у меня все, у меня все покрышки спустил ты мне. Я тебя сбить даже не смогу, я тупо не наеду на тебя. Ха! Вот это мне уже нравится. Садись в машину, догоняй меня. Я даже меня. Не знаю, как ее уничтожить, я на тачке ее не уничтожу, я походу базука в ход пойдет. А я все, я не могу уже дрифтить, у меня, короче, этот... У меня так чисто скорость только осталась. Так я все равно не могу остановить же. Тебе хорошенько в бочину въехать мне и норм будет. Да я сейчас только въехал. Ну давай попробуй, ну, давай, на. Ага. Нормально, издеваемся над полицейским. Господи, еще перезарядить забыл. Блин, это был шанс его сбить. Она вообще не прострелилась, что ли, алло? Не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй! Она, кстати, металлическая, ты прикинь, она бронированная полностью. Так я тебе о чем и говорю, что ей похеру вообще. У меня прям дырки на двери такие жесткие, знаешь. Просто гонщик самоубийца. Ай! Больно было. Отлично! Убил, а-та-та. Наконец-то, ёпси. Блин, ребят, ну за такую тачулю просто нужно ставить мега мощный лайкос. Это реально невидимая, супербыстрая, дрифтовая, еще и бронированная тачка. Обалдеть, комбо просто. Да-да-да, он выбил комбо Юру сегодня. Так, ну-ка, слышь, тачка, постой, пожалуйста, я тебя... Мечта бандита просто. Да, возьму тебя немножечко-то хоть. Блин, ну она крутая, реально. Вообще невидимая, смотри, то есть она может, я не знаю, где-то ее прятать можно будет. Знаешь, что хочу проверить? Базуку хочу проверить. Ну-ка. Кстати, насчет прятать, это да. Давай. Ну это я, похер, я в тебя попал. Да, тачки похер. Только вперед. Да, ты смотри, она вообще, она очень бронированная. Она даже на двух колесах едет. Господи, вот это я понимаю хорошечно. Ребята, пишите в комментариях, что думаете, но это реально за последнее время одна из лучших построек, наверное. Да-да-да. Лучшие игры, огромные скидки и самые низкие цены. Все это в магазине yurochgames.ru. Теперь ты знаешь, где покупать. Ссылка в описании. Ну что ж, ребята, к сожалению, у нас не было времени снять продолжение, поэтому на этой ноте я с вами буду прощаться. Вот такая вот офигенская тачка, я вам предлагаю ее еще немножко... протестировать, поэтому давайте посмотрим, на что она способна. Она в действительности очень крутая, я предлагаю вам проехать по прямой и посмотреть, сколько из нее можно выжить. Я думаю, что ближайшая серия городской маскировки будет именно на ней, потому что машина заслуживает внимания, и ее довольно-таки сложно заметить. Что ж, сейчас мы узнаем ее максималку, по крайней мере, то, что она сможет нам показать на взлетной полосе. Что ж, ребят, пишите в комментариях, какая цифра вы думаете будет у нас здесь. Ко мне, кстати, подсоединился какой-то подписчик. Вот так неожиданно. H4RM1KS Money. Понятно. Пытается бабки делать паря. Короче, 300 км в час максимальная скорость данной машины. И это очень круто, это очень быстро. И она просто кайфовая. Вы посмотрите, насколько она прыгает. Просто тыгыдын. Тыгыдынский, мать его, бронированный конь. Отлично просто. Ты посмотри, что он творит. Что творит этот парень? Это самый лучший дрифт, наверное, этой машины, который мог только случиться. Ладненько, ребят, давайте попробуем теперь ее посбрасывать, не знаю, куда-то в гору, вверх. Посмотрим, что из этого получится. Допустим, прыжок с этого, вот с этой горки. Парень пишет привет. Ну, собственно, тебе тоже привет, паря. Почему бы и нет. Кстати, ребята, если вдруг хотите встретить нас на серверах Брикрикса, то вы можете спокойно зайти в браузер и вот так вот, как этот парень, ко мне попасть. Ну, конечно, если будет время, чтобы я там отдельно сидел. Господи, она просто отлетела и закрутилась, ты посмотри. Боунч! Жесть! Оуч! Что происходит? Что происходит? Это красотища какая-то. Во-во-во-во-во! Бум! Норм! Вообще норм! Так, я парю потом отвечу после серии, пока, конечно, не до него. Так, что можно сделать еще? Давайте посмотрим, на что способна эта тачка против поезда, серьезно. Сможет ли поезд ее разнести, господи, он в итоге разнес меня. Хорошо, тогда мы вот сюда вот поставим тачку, давайте дождемся поезда и посмотрим, насколько она прочная. То есть, сможет поезд ее снести или нет. Вот это на самом деле тоже интересно. Блин, ну это настоящий краш-тест машины получился. То есть, мало того, что у нас были погони, так мы еще и протестировали машину. Джбоньк! Просто ты посмотри, что он с ней сделал. Кстати, водитель погиб. Водитель погиб, скончался сразу, но машина, в принципе, не потеряла свою прочность. Она более-менее осталась целая. Это круто! Это круто, я серьезно говорю. Это одна из лучших машин за последнее время. Правда, она широкая, больно. Хорошо, взрыв. Бум! И ничего не произошло. Так, парень что-то заспавнил, поэтому я его кикну, пожалуй.
А то что-то там нехорошее у него появилось с его машиной. А, хорошо, неплохо. С крыши на крышу можно попробовать перепрыгнуть. Мне кажется, конечно, скорости не хватит. У-ху! Попытка была неплохая, но нет. Он, конечно же, не долетит. Все-таки это не настолько крутая тачка, чтобы еще и летать вдаль куда-то. Но, тем не менее, вот так вот небольшие крыши перелетать можно на изи. Джбоньк! Отлично. Что ж, ребятки, пишите в комментариях, что вы думаете, как вам данная машина, потому что она действительно очень крутая и заслуживает внимания. И вообще, давайте так, давайте наберем 3000 лайков под этим видео, и, в принципе, любой, кто напишет мне ВКонтакте, я ему дам ссылочку на данную машину. Я думаю, что это будет вполне справедливо. Кстати, ребяточки, не забывайте подписываться на мою страницу ВКонтакте, на паблик канала ВКонтакте, а также вступать в Дискорд, где вы сможете найти себе друзей и поиграть, в принципе, вместе по сети в любую игру, которая вам понравится. Все ссылочки есть в описании под видео. На этой ноте я с вами прощаюсь. Ребятки, спасибо, что смотрели, и до скорых встреч. Пока-пока.